таком простом деле, как сверление в стене, могут возникнуть проблемы с правильным выбором места сверления. В стенах могут быть проложены электропровода, водопроводные трубы, металлические конструкции самой стены. При этом повреждение, скажем, металлоконструкции самой стены не повлечет за собой никаких последствий. А вот если будет задета электропроводка или трубопровод, такие повреждения приведут к серьезным последствиям. Чтобы избежать этих проблем, вам поможет многофункциональный детектор МС-58АМ, предназначенный для поиска металлоконструкции и скрытой проводки, находящейся под напряжением. Кроме того, с помощью этого небольшого устройства можно проверить целостность цепи, например, предохранителя или нити накаливания ванты, а также устанавливать наличие микроволнового излучения для поиска металлических деталей. Переключатель режима работы ставим в положении 1. Для установки уровня чувствительности крутим колесо настройки уровня чувствительности. Рамку сенсора откидываем на 90 градусов и проводим поиск. Там, где обнаружится металл, детектор издает звуковой сигнал и светится красным светодиодом. Для поиска открытой проводки или просто для проверки наличия напряжения на кабеле или любом другом устройстве переключатели режима работы ставим в положение 2. Колесом регулировки уровня чувствительности устанавливаем нужный уровень и производим поиск скрытой проводки. Стоит отметить, что сенсорный датчик в этом режиме расположен в противоположной стороне от датчика металла. Сигналы обнаружения такие же, как и при поиске металлоконструкции. Звуковой сигнал и светящийся светодиод. Питание производится от 4 дисковых батареек. Прибор выполнен в компактном корпусе и пригодится для использования во многих сферах деятельности человека.